Дорогие друзья, здравствуйте, меня зовут Мария Ситтель, надеюсь, вы не забыли меня. Сообщаю вам, что 3 марта Высшая школа кино и телевидения Останкино готова вновь распахнуть для вас свои двери. Высшая школа телевидения Останкино – это первая и старейшая школа телевидения в России. И в этом году ей исполняется ровно 20 лет, юбилей, прекрасный юбилей. Мы приглашаем вас окунуться в атмосферу творчества, телевидения и кино, театра и режиссуры, актерского и журналистского мастерства. И далее на мастер-классе с неподражаемым и прекрасным Александром Анатольевичем мы вам приоткроем некоторые профессиональные секреты, и вы уже сможете попробовать себя в роли телеведущего. Итак, ждем вас 3 марта в Высшей школе Останкино на Дне открытых дверей. Приходите, будет интересно.